Помощь пришла, нам и мебелью привезли, и стройматериалами, и деньгами. Кто как мог это, кто по 2000 давал, кто по 1500, по 500. Даже мне на баланс перевели 500 рублей звонить, я даже не знаю кто. Вот стройматериалами привозили мне это, привезли, ну, деньгами. Я доволен, сейчас рад, что мне хоть чем-то помогли. И сейчас вот акт составили, и будем ломать все это, крышу, окна менять. Соцзащита, да, она хочет нам это выделить деньги на профлист, привести профлист. И помощники, ребята, девчата помогают, приходят, ничего говорит нам не надо. Сейчас вот приезжали, сказали, это еще насчет окошка, дайте размеры. 9 окошков мы закажем, говорит, вам про окошки поставят, это пластиковые окна. Листы, сколько листов надо, сколько метров привезем, цемент, кирпич. Вот, а это самое нам необходимое, восстанавливать дом. Я знал, верил в людей, что мир не без добрых людей. И я очень благодарен всем за то, что мне помогли.